Сука. В каску попал ему. Гранатку готовит. У тебя еще и гранатки есть? Мой китайский друг. Блядь! Сука! Блядь. Чат. Я ему нанес 2 урона. Жестко, почти убил, блин. А это что такое? Так, в прапоре точно есть. Бегает, слышишь? Да. Заполз. Рэп по металлу бегает. Ты думаешь, я докину? А почему нет? И слушай, туда. Подожди. Попытка номер 2. Я его видел. Ну, справа. Меня закинуло. Я не знаю, убила я его или нет, но он попал. Не было звука. Оружие вскидывают. Сидит. Справа за машиной сидит. Что у нас во дворике есть? Во дворике минус. Внутри минус. Папа, мне... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Там еще один есть. Еще один, я понял. Уйди. Не хилюсь, он может закрыться. Убил. Вот жулик. Стоит он, блин. АК-74. Ух, окей. Понял, спасибо за 50. Спасибочки. Третий. Сейчас нам по квесту нужны жетончики. Пак это. Что у тебя Дели там? Это Лиска. Это другая собака? Угу. А она какой породы? Я тебе фотку записала. В смысле, тоже... Рыжая. Тоже овчарка, что ли? Ну, одна это... Вот, которую тебе присылала, она не то чтобы овчарка, у нее это... Дворняга. Но там овчарка, видно, затесалась. А вторая кавказка. О, я броню у него возьму. Поменяю. Okay. Все, это нахуй нахер. Блять, надолго. Че она там? Недовольна, блин. Ну, Дейлю взяли погулять, а ее не взяли. Кошмар. Теперь истерика, это минимум на полчаса.
Хочешь, я прошаренного чувака покажу? Ну. Работаем тихо. Тишина. Господи. Тихо. Нормально? Ну как ты туда залез? Не спрашивай. Слева, наверное. Сайга валяется, кстати, на полу. Идем циркачеством переигрывать. Уже, скорее всего, они ожидают прям конкретно. Че, не видно? Второй никого. Так, что ты бегаешь? Угу. Ты в центр добежала? Угу. Сейчас, погоди, стой. Надо с двух сторон в раз подходить. Выбиваю дверь, начинаем движуху. Я с фонариком. Сетка чисто. Где-то в комнатах у тебя оружие скидывает. Кухня чисто? Кухня, трупы проверяю. Лежит по столом. Минус. Я с фонарем. Ты у меня? Все. Пусто, да. Опять под столом. Чат. Хорошо, что я заметил тогда этот спот, и теперь про него всегда помню. New Way How, нет? Да. Тут там АКМ какая-то оранжевая. Легендарная. Вот стоило одному китайцу нас убить тогда из-под стола, и это просто... подвергла краху все остальные китайские тактики из-под этого стола. Потому что теперь каждый раз сюда либо граната залетает, либо префайр. И чувак двоих убил. Роняет. Но сваливает в другую сторону. А не, сюда. Двое. Встречай, у тебя хорошее оружие. А я их не вижу. Не попало ни хера. Убил меня. Ай, блин. Ладно. Что, нормально встать? Да-да-да, секунду. Умри, братанчик. Все, минус трое. Оу, блин, жалко, они убили. Сейчас красиво было бы. Да, я уже подустала, на самом деле. Я уже, видно, так от балды сейчас стрелял, поэтому я уже отдыхать пойду. Все, ты чил? Да, я чил. Собака погулять надо, он психует. Даже собаку подговорила, смотри, чат. Да. Она специально ждала момент, когда надо начитывать. Так, блин, Багарий бы, конечно, забрать. Так, кто? Хера себе, а где звуки? Ты русский, что ли? Ну да. Хочешь полутаться? Тут трупов до хера. Лутаться? Я иду. Смотри, заходи, во двор выбегай. Идем. Во двор выбегай, там три трупа, можешь забирать. Так там кто-то бегает аккуратно. Бля. Ну я, если что, буду это, ремонт как-нибудь. А
это челобот был, походу. Нихуя чел, он ебаный, с калашом, прикинь, на вафле. Хочешь вафлю? Не-не, забирай, там все три жулика, все твои. Пятый класс. А это у меня тиммейт. Тиммейт Ша. Сейчас я ее раскину. Окей. Тебе флайер надо зеленый? Не, у меня есть, спасибо. Там твой чё, коллега по опасному бизнесу. Не-не-не, твой. Хуярь, медведя! Хуйло, вот работаем, хуйло! Блядь, как мыши! Конец тебе! Чё тут за хуйня? Так, пойду-ка я, пожалуй, пока тут не набежали еще. А ты всех посмотрел во дворе, которые были? Одного только. Жетончики с них снять. Я там один скидывал, ты взял? Не, не взял. Ну чё, неплохой день, господа. Держи за. Я только жетончик. Только жетончик беру вот и погнал. Самогон, самогон. Вон самогон дали мне. Самогон? Да-да-да, вон я кинул. Кепка ёбаная! Ебашки барика! Ну, я погнал. Иди лутайся, бро. Ебашки парика! Там столько счастья в его глазах, а никогда не видел столько. Нам достаточно нашего лута. Не попал. Иди там челоботы сейчас просто. Глаза горят, блин. Бля, за мной бежит, прикинь. Так, что там, шестеро? Наверное, да? Семеро. Пойдет. Не знаю, МП7 просто балдеж в этом вайпе. Охренительное оружие ближнего боя. Ну и что, все сломалось, блин. Шайтан не убил челобота. Все, пора закрывать Таркова, блин, удалять интернет. Ну вот, примерно здесь об этом и написано в этом письме, я так думаю. На детской площадке бот. Не бот убил. Перекресток. Чё, обосрался? Ты где? Не посмотрим. Третья же. Что там видно, нормально? Да. Хорошо видно. Все видно просто капец как. Кто-то бежит у прапора. Чел, у меня... Бел? Там собираешься. Угу. Вам жалотали. Есть. Да, похилить, погнали. Это стороны бомжа. Ах ты, сучка. Сидит крыска в углу. В углу где? Угловой подъезд.
Я с той стороны бомжа. Был? Хилюсь опять. Нет, где-то со стороны этого какого. Упавший автобус или что-то. Понял. Можем до сатаны пойти? Да можем, все, нифига нет. Сейчас компы чекну. Вроде дверь закрыта, никого тут не было. Это ты бегал сейчас или нет? Нет, 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 я еще в кафешке отдыхаю. У меня тут есть перегруженные. Да, понял. Прыгал ты? Нет. Сзади, конечно, бежишь. А, ну я с этого спустился, с окошка, наверное. Ко мне впритык еще не подошел, блин. Короче, я не знаю, либо это звук глюканул, это бежал ты, просто ты почему-то у меня так далеко, как будто ты у меня прям вот прям впритык ко мне бежишь. Либо все-таки спереди есть перегруженный чувак. Блин, там темно, не видно нихера. Боты убиты. Ну, фаер он не запускал, если так. Потому что он так убежал. Я говорю, это либо ты, либо... А с другой стороны, потому что там темно, там не видно ничего. Чувак убитый. А можно хоть этого чувака вот ау и уходил? Может и так. Сумка сброшенная на лесенках. Начал меня услышал и свалил. Где-то сидит. Еще одна сумка сброшенная. Ага, на втором. Бил. Ну вот он с сумкой зашел, наверное, на второй этаж перегруженный, бросил ее и встал. А я думаю, у меня уже опять глюки. Я уже думаю, все, короче. Пора прекращать играть в Тарков. Два вала. Тебе надо винторезы? Да фиг его знает. Ты вроде ходишь с ними. Да я так с ними хожу. Ты готов? Да. Ладно, я надеюсь, я нормально запущу. А где он? Наверху. Иди проверяй. Ты запускала, ты проверяй. Не хочу. Да, нет. Работаем тихо. Чётенько, видишь, выстрелил. Прям как надо. А не как выпущено там стрелять. Все сказал? Угу. Хорошо. Четверых. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом. Там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.